Хельсинки прибыли военные корабли стран НАТО. Два судна ВМС США, авианосцы Грейвли и Ганстон Холл, а также фрегат военно-морских сил Франции Латуш Тревиль находятся в столичном порту Херне-Саари. Там со среды уже присутствует немецкий военный корабль «Саксон». Визит предусмотрен в рамках военных учений финского флота и сил НАТО, проходящих в северной части Балтийского моря.